Всем привет, с вами Майнкрафт Геймер, или же Амон. И сегодня я начну выживать в Майнкрафте с текстурпаком, как видите, ложки. И давайте начнем. Первое, что нам нужно, это срубить дерево. Ой, извините, мне здесь звонят. Подождите. Всем привет, я вернулся. И мы продолжаем. Просто у меня там ВК, друг хочет сниматься, но я не могу создавать сервер, у меня только Хамачи. А у него нету версии 1.5.1. Он не может обновить, не знаю почему. Сам даже не знаю, честно. Но вы, если хотите, в комментариях отправьте ему сайт. И, короче, он будет со мной играть, сниматься. Конечно, я ему дам скин. И в комментариях вы будете мне писать, что делать первым, что делать вторым, ну, по сериям, как вам будет интересно. Во второй серии я могу снять, конечно же, как я рыбачу, а нет, точнее, как я делаю ферму. А в этой серии мы, пожалуй, начнем с того, что мы сделаем домик. А то ночью у нас мобы, кстати. А то ночью у нас будут мобы страшные, короче, все будет пипец просто. И мы сейчас крафтим палочки, делаем верстачок. Вот, даже по достижениям я уже достиг на ней. Так, делаем меч и убиваем мобов. Так. Привет, овечка. Как твои друзья? Где твои друзья? Ну что ж, дальше продолжим копать досок. И в следующих сериях я, конечно, буду выживать не в одиночке, а в сети. То есть добуду те же ресурсы, которые я добыл в этих 5 сериях. То есть я буду снимать 5 серий, а в 6 будем играть мы уже по сети. И давайте сделаем тогда уже дырку, раз мы нашли шахту уже. Кладем верстак и делаем кирку. Вот. Давайте еще на всякий случай сделаем топор, чтобы срубить дерево. Сейчас мы будем кучу дерева, потому что такое не снимается. Такое чувство, что топор та же самая, как и обычная рука. Только в один раз быстрее. Всем привет, я вернулся. И мы продолжаем выживать. Не обращаем внимания на смс-ки. И можно сюда посадить деревце. И пустите в шахту добывать камень. Ой. Ой, крип. Ой, зомби. Давайте лучше на утро поставим мирную. И давайте лучше спустимся туда. О! Смотрите, как нам везет, тут уже и железо есть. Я говорю своим друзьям. Чуваки, я нашел железо. Чуваки. Ну, это типа ложки. О! Привет, чувак. Что ты там делаешь? Будь здоров. Опа! Обалдеть. Сейчас у нас будет даже две кроватки, не одна. Чуваки, привет. Дайте я вас убью. Нужна шерсть. Спасибо. С вами интересно. Привет, чувак. Что ты делаешь? Купаешься? О, уголь. Нежданчик.
Нет, давайте все-таки добудем еще. Ого. Ладно. Думаю, нам повезло с генерацией мира. Что у нас такая классная шахта зарегенерировалась. Ой, что я буду слова. Зарегенерировалась. Вот. Все. Так. Сделаем каменную кирку. Так. Забираем наш верстачок. Упс. Ладно, спустимся так. Опа. Одно сердечко, не так уж и много. Вот и железка. Ух ты. Что здесь? Опять железо. И еще я буду выживать в индустрии. Вот он темно. Вот сделаем факелов. О, как раз я здесь и видел. Я думал, что мне показалось. Так. Добавим. Все. Вот уже 11. Класс. Походу, летсплей у меня теперь будут удачные. Так, кажется, все. Пошлите дальше. Тупик. Народ, здесь тупик, кажется. Так. Ну, давайте тогда уже и уголь сломаем. Он мне все равно же понадобится в дальнейшем, собственно. Так. Так. Сюда пробуем. Конечно, во мне, конечно, на видео так ничего не видно. Но я сейчас добыл 13 угля. Мы выбираемся. Опа, уже ночь. Ну что ж. Ну что ж, давайте тогда сделаем. Откуда здесь свет? А, здесь лава. А, ну да, это ж я ее туда заметил, возле этих овечек. Конечно же. Давайте сюда спустимся. Фу, блин. Блин, мне это вообще перепугало. Прикиньте, меня листва испугала. Мне показалось, что это крипер идет. Я такой, блин, сейчас крипер взорвет. Если вы не видели, то я моментально в шахту прям заскочил. Вау, я заметил, что здесь лагов нет. Вы это тоже заметили, что у меня лагов на этом текстурпаке нет? Классно. Ну, только иногда. Так. Вау, класс. О! Еще железо. Слушайте, нам везет. А ну-ка еще прокопаем. О, еще. Железка. Господи, у нас уже 25. У нас уже, можно сказать, есть печку. Железо. И жарим железо.